Всем доброго времени суток, это Invest Warrior, и сегодня я хотел бы рассмотреть проект Sharing Network по адресу sharing.network. Sharing это будет первый в мире доверительный токен для совместного потребления услуг. То есть вы сможете совместно с другими делиться вещами любыми и наслаждаться жизнью. Ну, по сути, сейчас есть очень много сервисов, например, где можно каучсерфинг бесплатно у кого-нибудь переночевать. Потом есть различные сервисы, где можно, например, куда-то съездить бесплатно, найти подпутчика. То здесь вот шеринг будет вообще все, что угодно, можно будет делиться с другими. То есть не только, например, жильем или поездкой, но и обычными вещами, например, кому-нибудь нужен там ноутбук или еще что-то, можно здесь будет поделиться. Ну и шеринг будет первая в мире система, разработанная специально для ваших потребностей, возникающих при совместном использовании вещей и услуг. Здесь не существует суеты и споров, а также комиссионных сборов за обмен валют, независимо от того, где вы находитесь и что вы используете совместно. Этот токен будет глобальный, токен для экономического совместного взаимодействия, которое принимается по совместно в международном масштабе. Токен будет безопасный, будет простой, будет мгновенный, эксклюзивный. Ну и будет единая ID. Вот, итак, каким образом совместно использовать что угодно? Мы уже привыкли совместно использовать такие виды имущественных объектов, как автомобили и недвижимость. Представьте себе мир, где вы сможете совместно использовать абсолютно все, от складских помещений до инструментов, одежды, украшений, еды и даже ваших кулинарных навыков. Это будет являться тем, что мы предоставляем. С появлением Sharing мы предоставляем систему, которая настолько легко в использовании, что любой желающий может присоединиться к ее использованию. Это означает, что может быть как и гипермаркет, располагающийся неподалеку от вас, так и семья ваших соседей. Мир, в котором присутствует безопасный и простой способ совместно использовать что угодно, это хорошо для всех нас. Вот, это будет глобальный платежный метод, как я говорил, безопасная операции, приложение будет Sharing, вот здесь вот видно, что можно будет, например, комнату взять, можно куда-то пропутешествовать и так далее, то есть будет много моментов. Sharing уже сотрудничает со следующими компаниями для того, чтобы добавить их продукты и услуги на платформу Sharing. В общем, вот эти платформы уже сотрудничают. Ну и дальше есть упоминания в прессе на различных языках, начиная от китайского. После этого можно присоединиться к сообществу в Telegram. Ну и также, если у вас есть вопросы, тоже пишите в Telegram, вам там помогут. Вот, ну и рассмотрим теперь roadmap, основные моменты. Все началось, когда Kias создался. Это было в 2013, 5 лет назад. Ну давайте теперь промотаем немножко поближе к нашему времени. Вот, сейчас будет токен продаваться, дальше он будет издан. После этого продукт запустится. Дальше уже Share Ledger выйдет официально в публику. Вот, новые клиенты добавятся в ноябре. Ну и так далее. И, соответственно, сейчас вот один месяц в июне будут токены продаваться. Или пока токены не продадутся, ICO будет длиться. Дальше можно познакомиться с основателями. У каждого есть описание, у каждого есть иконка LinkedIn, куда можно нажать и связаться с этими людьми. Также есть адвайзеры, советники, их тут тоже достаточно много. Вот, ну и в принципе есть white paper, советую тоже почитать. Здесь 22 страницы, к сожалению, на английском языке, но тем не менее основное здесь можно все просмотреть. Ну и вернемся на самый верх. Пока токен продается в white листе, то есть вы записываетесь в white лист и дальше уже покупаете. Вот, как я понял, токен будет продаваться либо весь июнь, либо пока не продадутся все монеты. Поэтому у вас есть время, чтобы купить этот токен. На этом обзор Sharing я заканчиваю. Все ссылочки будут под видео. С вами был Invest Warrior. Инвестируйте и зарабатывайте.